Это я, Борозняк, тебе говорю. Вам вправду понравилось? Правда, зайка, правда. Значит, я вам угодил? А можно, можно я вам брейк станцую? Присядь. Андрюшенька, солнышко. Ну, ты же все сам прекрасно понимаешь. Неужели я такой дохлый? Да нет, нормально. Вот и я думаю, что нормальный. Смотри, какие мышцы-то. Потрогай. Ну, что ты... Ну, потрогай, я говорю. Ну, Кира. Потрогай, что тебе? Смотри, какая рама. А? А? Смотри. Ну ничего вроде. А? Ну-ка, сколько ты весишь? Да. Так, мужики. Да. Лишь бы войны не было. Коля, а что Георгич подумал? Алло, Марина? Здравствуйте, это Николай. Да, я насчет нашей встречи. Угу. Неужели и он? Когда вы свободны? Меня дохлым считает. Когда вы можете ко мне прийти? Секретарша-то раньше ушла, и в офисе никого не было. Ну, все как заказано было. Ну, так вот, Борозняк в отключке валялся. Андрюха его надежно припечатал. Ага. Я взял мобильник со стола, открыл сейф, ну а там деньги. И тут он очухался. Господи, ну что за колхозная манера? Сразу в морду. Нельзя просто сказать, что ли? А если бы он не стал бить Борозняка? Откуда ты знал, что он этому взаимностью не ответит? Андрюха в армии, когда время свободное было, в танцах упражнялся. Я однажды подослал к нему двух черпаков, чтобы наехали. Они только и успели педиком его назвать. Два удара, два нокаута. Андрюха потом сказал как-то: я за такое сразу в морду бью, без предупреждения. Так что я был уверен, что так и будет. А если бы Борозняк не клюнул на парня? Я Андрюхе сказал, что Борозняк любит, когда ему говорят, что хотят во всем угодить. Но это Борозняк со своими любовниками так шифровался. Наклонности он свои особо не афишировал. Ну и... что-то вроде пароля у них было.